сегодня будет мега интересное видео про то, какие козлы Квотекс, как они кидают людей. И все, что я скажу от себя, что это скам-организация. Это жесть, брат мой. Сейчас я, конечно же, вам покажу переписки, я все вам подробно расскажу. Просто мне настолько смешно, мне сейчас в чат скинули скрин, как кто-то из подписчиков написал. Короче, ладно, я вам советую досмотреть это видео, потому что настолько сейчас реально в России начали наглеть брокеры бинарных опционов, что я думаю, что на этом поставлена точка, как минимум в моих видосах по бинаркам. Я буду теперь торговать, ну, скорее всего, на трейд-баре, потому что все люди пишут, что они честные, что они не блокируют счета и так далее, но не снимать про это видео. В общем, в чем история с Квотексом? У меня есть партнер из закрытой группы был, как теперь меня уже заблокировали в партнерке, у меня заблокировали счет. В общем, этот партнер начал хорошо разгоняться. Реально, до бешеных цифр, он там что-то закинул 700 баксов, у него стало 7000. Я за ним наблюдала. У меня партнерка в минусе, естественно, но перекрывается другими трейдерами или просто партнерка в минусе. В общем, тема в том, что я не получаю доход с партнерки. У меня регаются, идут регистрации и так далее. Этот человек, вот он, Мирбек Бахабадинов, пишет мне 24 марта. Мне брокер заблокировал счет. Вот такое письмо ему прислали. Тырым-пырым, растопыры. Вот такое у нас общение. Я его спрашиваю, нарушал ли он правила. Ну, вот один аккаунт, не один. Дальше я им написала в поддержку, типа, вот, проверьте трейдера. Все. Мне пишут, что он ничего не нарушил, что, типа, там, ошибка не ошибка. В общем, его разбанили. Человек рад, он мне даже скинул за это там 100 баксов на мой кошелек от кэш, вот тоже могу где-то показать. В общем, подписчик мне скидывает 100 баксов, говорит, сходи типа в ресторан за мой счет, типа спасибо тебе за все. Там. Очень мило. В общем, я продолжала общение с этим трейдером, я ему рекомендовала. Далее, да, я его прошу перерегистрироваться по моей ссылке по другой и пишу открыто про то, что, ну, мне надо получить за вас доход там и так далее. Можете написать, можете найти ВК его. Я спрошу, если он будет не против, то кину ссылку. Можете спросить, все как было, как бы я не скрывала, что вот, перерегистрируйтесь там. Далее происходит ситуация, что я думаю, все, отлично. Я и в партнерку писала, и в поддержку, что я пишу трейдеру, что, ну, типа, ладно, я попрошу его перерегистрироваться и так далее и тому подобное. Ну и на таком формате. Мне брокер пишет, что мы не вставляем там палки в колеса, типа, мы такие крутые, мы честные и так далее. Я думаю, вот круто. Но, блин, по факту я вам скажу, что когда я начинала с этим брокером работать, и единственное, из-за чего я с ним продолжила работать, это честность. Потому что я поверила в честность. Там конченная максимальная поддержка, я не знаю, ну, я понимаю, брокер молодой, у них еще, может, не хватило средств нанять нормальный персонал. Может, не знаю, по каким причинам они не нашли нормальных аффилиат-менеджеров, которые шарят в этой теме и знают, как нужно общаться с партнерами. Хорошо, я смирилась с тем, что они понабрали какую-то деревенщину, которая не умеет работать. Ты бесполезный кусок дерьма! Думаю, зато брокер честный. Я ходила и говорила, блин, зато брокер честный. Далее происходит ситуация, что этот человек, этот подписчик, он выводит все свои деньги, закрывает этот счет. Ну, то есть, понимаем, да, что все мы закрываем по 1000 счетов, регистрируемся там под другими трейдерами, чтобы попасть в закрытые группы. В общем, ладно, этот человек закрывает счет, выводит деньги, открывает новый счет по моей же ссылке, по второй, чтобы мне получить за него нормальный доход. 3 июня мне приходит сообщение от партнера, от подписчика. У меня опять та же проблема. Ваш аккаунт заблокирован за нарушение использования автоматических торговых систем и передачи доступа третьим лицам. Запомнили, да? За что заблокировали его счет? За что пришло сообщение от поддержки? При том, что при первой блокировке, блин, тоже лень уже обратно мотать, он скидывал сообщение, что ему поддержка не отвечала на его блокировку. Я подумала, блин, это случайность. Блин, ну они же честные. И сейчас пишут, использование автоматических торговых систем. Пишет ID мне свой. Я пишу это менеджеру партнерки, что он пишет, что это третий аккаунт, что компания с ним уже попрощалась, обсуждать нечего, новые аки будут также закрыты. Вот здесь я уже перейду переписочку с ним. Вот она, переписка с менеджером Квотекса. За что трейдера забанили? Вот. Он пишет, что за то, что третий аккаунт, типа с ним давно попрощались, тырым-пырым, растопыры. Далее, самое интересное, самое смешное. Он пишет, что это второй аккаунт, что первый закрыл, что не было третьего, что все это дичь полнейшая, грубо говоря. Мне не отвечает, то есть посмотрите. Проходит этот день, доходит.
Следующий день доходит, и 6 числа мне отвечают, что его забанили как раз за перерегистрацию, это нарушает правила, более того, имеется факт абуза бонуса на первое пополнение. Ситуация выглядит как? Я зарабатываю много в компании, меня компания банит. За что меня компания банит? За автоматизированную торговлю. Но я же не торгую автоматизированно. Тогда за то, что третий аккаунт уже банили. Но это второй аккаунт, и я сама закрыла первый. Давайте мы подумаем 2 дня, за что еще можно забанить стабильно зарабатывающего человека, который отбирает у нас бабки. Точно. Наверное, это нарушение с перерегистрацией. Великолепный план, просто если я правильно понял. Факт бонуса, я пишу об этом подписчику, он говорит, блин, я даже галочку, не убирал. К тому же я уверена на 100%, что они просто за 2 дня добавили это в правило. Человек, который зарабатывает, закидывает стабильно там депозит в 200 баксов и в день делает по 200-300 баксов. 100% это человек, который хочет навариться на бонусе, 100%. Чтобы вы понимали, когда я торговала на биномы, когда я еще не снимала видосы, просто торговала, и у меня было открыто 2 счета, я сама же спалилась перед поддержкой, что у меня открыто 2 счета. Я ни видосов тогда, ничего, имени никакого не имею, ставлю на вывод, у меня возникает вопрос, я палюсь, что у меня 2 счета, мне поддержка пишет, объясните причину, по которой у вас 2 счета. Я говорю, блин, зарегистрировала, они говорят, это нарушает наши правила, заблокируйте 1. Я говорю, окей, хорошо, извините. При том, что я уже стабильно зарабатывала, а здесь человек стабильно зарабатывает и просто ищет причины, чтобы его заблокировать. При том, что посмотрите на всех трейдеров, поспрашивайте, кто сейчас торгует вообще на Квотексе. По-любому сейчас все оттуда свалят. Все уже начали оттуда бежать, потому что понимают, что компания мошенник. Только что общалась тоже с известным трейдером, которого вы все знаете. Та же ситуация, просто бегут вот куда глаза глядят от этого Квотекса. И у нас происходит вот такой диалог. Мне пишут, что у меня предупреждение, если будешь манипулировать клиентами, прося их перерегистрироваться, сотрудничество будет окончено. Вот этот, так скажем, бизнес построен на том, что все трейдеры просят перерегистрироваться. У меня очень большой процент людей зарабатывает. Ну просто не в таких суммах, не в таких количествах, как данный подписчик. Процентов 20-30 у меня зарабатывают. Но вы должны понимать, что 20-30% в данной тематике это, ну, достаточно высокий процент. И, конечно же, эта компания невыгодна. В общем, я пишу вот так, что нам не по пути, проматерилась. Бывает. Он сразу со мной перешел на вы. Конечно, можете рассказывать, клиент делает несколько регистраций, чтобы получать каждый раз бонус. Но была же причина блокировки в том, что он автоматизированно торгует. И как-то вот такая ситуация вышла. Дальше я не могу зайти ни в свой партнерский кабинет, где у меня деньги, а вы должны понимать, что я вливаю бабки в рекламу, что я вливаю бабки в таргет и так далее. Вы должны понимать, что у меня есть еще торговый счет. Они забанили и торговый, и партнерский. И как бы все. А теперь, короче, пишут, что типа со мной сотрудничество прекращено в одностороннем порядке. Ну, грубо говоря, я их нахер послала. Но это не я, типа, их нахер послала, они сами нахер ушли, вот так вот. О, как удобно. И самое-самое, что прикольное, друзья, сейчас где-то мне в чате как раз только что подписчик скинул такой скрин, написал, типа, я нытик. Вкратце было так, клиент заработал достаточно много денег, мы ему их вывели, партнер получил убыток, после чего заставил клиента зарегаться по ссылке наоборот, преднамеренно мы попросили клиента согреть новый аккаунт и восстановить старый. Где была просьба, покажите мне сообщение, где вы просили трейдера создать новый аккаунт, мошенники? Партнер занимается читингом. Хорошо, она получила предупреждение, но вместо того, чтобы внять его и понять, да пошли вы нахер понять, блин, что так делать не стоит, перешла на оскорбление, после этого сотрудничество с ней было расторгнуто. Я вам показала все свои сообщения, где вы видели хоть одно оскорбление там. Но сейчас, да, я скажу, что они конченые, что они мудаки, и еще кучу нелестных слов в их адрес, потому что... Хотя, о чем мне говорить? Я уверена, что на российском рынке они долго не продержатся, поэтому... Короче, как-то так, пишите свое мнение в комментариях. Сразу начали появляться люди, которые пишут, что вот я там закинул 1000, вывел 700. Ребят, то, что вы выводите свои копейки... Там единоразово вывели 700, это ничего, но вы попробуйте там с 1000 рублей или с 1000 долларов в день там в 2-3 раза больше зарабатывать. И посмотрите, как компания себя будет вести. Все года, которые я работаю, абсолютно все года, я всегда говорю, что если вы не нарушаете правила, если вас заблокировал брокер,
напишите мне. Я очень дорожу своей репутацией, я очень дорожу тем, чтобы рекламировать что-то честное. И когда люди мне писали там на Бинариум, еще где-то, что их заблокировали, я говорю, а что вы нарушили? И мне такие, блин, ну я там то-то, то-то сделал, но я так больше не буду. Я говорю, вы нарушили, ваши проблемы. Но когда первая ситуация в жизни произошла, что человек реально ничего не нарушал, и я вижу, что заблокировали подписчика, который доверяет моим словам, который доверяет моей рекламе, я не могу пройти мимо этого. Просмотрите старые мои видеотрансляции, я всегда об этом говорила, и вот просто пример, который наглядный. То есть, как произошло, и я вам, в принципе, показала. Короче, суть. Я не могу зайти ни в торговый счет, ни в партнерский. Подписчику не вернули даже вложенный депозит. Квотекс, мошенники. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, ставьте огромный палец вверх, распространяйте его максимально. Если у вас еще остались какие-то вопросы, обязательно напишите их в комментариях. Всем хорошего настроения, всем огромного профита, всем пока!